Дорогие мои, для букета на клубочке нам понадобится сам клубочек, нам понадобится оазис, который завернут в фольгу, кусочек оазиса, подходящий по диаметру нашего клубочка. Зелень. Я взяла русскую с мелкие листики и фисташку. Вот сейчас я приклеиваю их на горячий клей для того, чтобы скрыть фольгу. Можно воспользоваться пищевой пленкой, она не так блестит, как фольга, и понадобится, может быть, меньше зелени, чтобы приклеивать. На фольгу чудесно клеится зелень. Смотрите, я нижнюю часть оклеиваю, немножко заходя на дно, вот показала, на дно этого кубика, так, чтобы потом можно было устанавливать по всей высоте кубика, устанавливать элементы на зубочистке. Подрезаю листочки так, чтобы спрятать все блестящие части. И при сборке я буду зубочистки втыкать в том числе и прямо через эту зелень, которую наклеила. Так, чтобы букет у меня начинался прямо от клубка, чтобы не было никакого стыка. Чтобы прям букет смотрелся так, как будто он из клубка прямо собран. Ну, видите, чуть попозже. Вот закончилась зеленью. Доклеиваю последние листочки, поочередно наклеиваю рускус, фисташку и лимониум. И с помощью проволочной скобочки вставляю через оазис, вставляю в клубочек свой кубик. Вот взяла потолще проволоку, проткнула кубик и вставила в клубок. Все, теперь хорошо все держится. А когда начнете вставлять элементы, видите, подпираю пачкой голубики, чтобы не перевешивало, потому что перевешивает клубочек в разные стороны, поэтому имейте в виду, что может при сборке он может шататься и падать, пока вы не уравновесите его по всей окружности. Я взяла мандаринки бэйби, взяла маленький инжир и ягоды голубики, взяла свежие цветы. Вы можете собрать из конфет, можете собрать из винограда, из клубники, все, что в голову придет, все мелкие элементы. Вот этот мини-букетик можно спокойненько собрать под цвет вашего клубочка. Клубочек может быть у меня из хлопковых ниток, это ирис для вязания крючком. Можно также, я думаю, взять и шерстяной клубок, но фабрично смотанный, он красивее смотрится, фабрично смотанный шерстяной клубок, и собрать, например, букет с Рафаэлло и с гипсофилой. Тоже классно будет смотреться, очень уютно. Вставляю цветочки, они затейпированы, на зубочистке, и вставляю, как я вам уже сказала, от самого клубка. То есть место там, где я приклеивала зелень, оно не остается неприкрытым. Там тоже стоят цветы. И физалис вот я ставлю, голубику ставлю, видите, в самый низ. Потом вам сбоку еще покажу, как это выглядит сбоку. Следим за тем, чтобы букетик у нас был круглый. Опять-таки собираем шапочкой букетик. Все элементы крепятся на зубочистке. Я постоянно проверяю букеты на предмет того, чтобы окружность была ровная, чтобы нигде не было дефицита объема. И не забываем вставлять зелень в шапочку букета. Добавляю ягодки в шапочку, добавляю зелень. Если вниз ставили лимониум, не забудьте добавить лимониум в шапочку тоже. Осталось совсем чуть-чуть довести до ума наш букетик на клубочке.
оставляю сухоцвет, это фолярис. Подходящий по цвет клубкам. Ну, вот наш букетик готов. Вот что получилось. Обратите внимание, стыка между букетом и клубком практически незаметна. Кажется, что прямо из клубка наш букет собран прямо на клубке.